السنة. طلب العلم في هذه الأيام يعني أمر سهل جدا، في أي مكان ممكن تطلب العلم. Получение знания на сегодняшний день очень легкая и очень облегченная вещь. Где бы ты ни находился, ты можешь получать знания. الحمد لله الكتب موجودة، المواقع الموجودة، تعليم عن بعد موجود. الحمد لله книги есть, присутствуют между нами. Также шейхи есть, и интернет присутствует, и обучение на расстоянии также возможно. عندنا معهد السنة، نحن ندعوكم أن تشاركوا معنا باللغة الروسية، موجود الحمد لله. Также у нас есть институт сунны, который мы запустили, и идет также обучение на русском языке. Мы также вас приглашаем, чтобы вы принимали участие в обучении. تتعلم التوحيد، تتعلم الصلاة، العبادات، التفسير، السيرة. Можно туда поступить, зайти туда и изучать единобожие, сунну, хадисы, тафсиры. وتأخذ شهادة. И тем более еще получаешь свидетельство о том, что ты прошел эти курсы. بدل أن نضيع الوقت الآن في اللعب في الجوال وكذا، الآن نستطيع أننا ندرس الحمد لله. И вместо того, чтобы терять свое время, играя в телефоне, мы можем через этот же телефон получать полезные знания. لو كل يوم فقط درس واحد، هذا نعمة تستمر عليها. Даже если вы будете хотя бы в день получать один урок, то это большая благодать от Аллаха Субхана Тааля, на которой необходимо будет быть постоянными. Жазакум Аллах.